Сегодня с вами я, Милана, и мы будем продолжать учить числительные. На прошлом занятии мы остановились на цифре 19. Считать дальше очень просто. Давайте разберем, как произносятся десятки. К цифре мы добавляем окончание «цать», и выходит «двадцать», «двадцать», «тридцать», «тридцать». Внимание! Исключение. «Сорок». «Сорок». Для дальнейших десятков мы добавляем окончание «десят». «Пятьдесят». «Пятьдесят». «Шестьдесят». «Шестьдесят». «Семьдесят». «Семьдесят». «Восемьдесят». «Восемьдесят». Снова исключение. «Девяносто». «Девяносто». И «сто». «Сто». А теперь попробуем сказать любое число от 20 до 100. Как насчет 25? 25. 25. А как насчет 46? 46. 46. Это же правило применимо для счета больше 100. 101. 101. 186. 186. 199. 199. Теперь вы можете сказать и понять номер автобуса или троллейбуса, а также произнести адрес в магазине, в ресторане, отеле и музее. Вам понадобятся числа больше 100. 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800. 900. 900. Как видите, все просто. Практически во всех случаях мы к цифре добавили окончание «сот», что означает «сотню». Попробуйте произнести сами число, которое видите на экране. 745. 745. А как насчет этого? 989. 989. Поздравляю! Самое сложное уже позади. Не хватает только двух слов. Тысяча и миллион. Тысяча. Две тысячи. Три тысячи. 4000, но 5000, 6 миллионов и так далее. И миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона, но 5 миллионов, 6 миллионов и так далее. А теперь попробуем применить наши познания о числах. Мы спрашиваем, сколько стоит билет на самолет. Нам отвечают 41 500 рублей. Сколько стоит такси до гостиницы? Ответ 800 рублей. Сколько стоит билет в кино? 300 рублей. Сколько стоит билет на метро? 30 рублей. Теперь вы также можете называть даты. 1912 год.
2014 год. Не поленитесь потренироваться. Называйте даты, суммы, числа, которые встречаются вам в повседневной жизни. Проговаривайте каждый день, и вы поймете, что это не так сложно. Ждем вас на сайте www.learnwithgirls.com, где вы всегда получите ответы на ваши вопросы. До встречи!